замечательный велосипед. Стальная рама, 18 скоростей. В комплекте много всего. Фляжка, сумка. Этот новенький велосипед полностью готов к испытаниям дороги. Сегодня к нашему проекту «Сердце километры» присоединились сотрудники еще одной организации – страховой компании. Идея замечательная, добрая, хорошая, позитивная. Мы надеемся, что на этом велосипеде ребенок будет чувствовать себя уверенно в дороге, ему будет там комфортно. И слово сдержит, задачу выполнит, и пробег успешно завершится. Велосипед вместе с добрыми пожеланиями мы отвезли в один из детских домов края, туда, где живет участник нашего проекта «Сердце километры». Подарком велосипед стал для 17-летнего Валерия. Вообще огонь! Нормально! Валера рассказывает, он мечтает стать участником нашего велопробега уже почти год. Считает это настоящее испытание для мужчины, помогает познать себя и проверить свои силы. Я увидел по телевизору прошлый велозабег. Мы решили свято, что надо поучаствовать, чтобы проверить себя, свои возможности. Ну, как бы это испытание для себя. За 8 дней надо поехать 700 километров. Я думаю, скорость будет средняя, и будет это время, чтобы отдохнуть. Я думаю, что я справлюсь с этим. Преподаватели стремления Валерия поддерживают, сопровождают на тренировке, следят за распорядком дня. Уверены, «Сердце километры» – очень нужный обществу проект. «Сердце километры» – это такой масштабный, классный проект, который помогает нашим ребятам попадать в семьи. Вот. А наши ребята здоровые, отличные, умные ребята, и хотелось бы, чтобы они попали в семьи. Подарить велосипед участникам проекта «Сердце километра» может любой желающий. Я напомню, это уже 10-й велосипед, который мы вручаем. Всего же в проекте примут участие 30 мальчишек и девчонок. Но если тоже хотите и можете подарить велосипед, звоните к нам в редакцию по телефону 236-0136 или пишите нам в социальных сетях. Дина Володина, Александр Ермошенко. Новости.